Добрый день, вас приветствует магазин Remix, и сегодня мы посмотрим фонарик от фирмы Xiaomi Nextol. Данный фонарик имеет в себе 6 функций, и сейчас мы их рассмотрим. Внутри нас встречает кабель Type-C, непосредственно сам фонарик и мануал. При длительном нажатии у нас загорается панелька, при одноразовом нажатии у нас меняется функция. При двойном нажатии у нас меняется фонарь. То есть нажимаем еще раз, и у нас меняется мощность свечения данного фонарика. Пиковая мощность данного фонарика 1000 люмион. При задержании в течение 5 секунд включается сигнализация. Также при длительном нажатии она отключается. Данный фонарик имеет также линзу приближения и отдаления. Данный фонарик оснащен аккумулятором 2600 ампер-часов. Также он может служить пауэрбанком. Он выдает 5 вольт 1 ампер, что вполне себе может зарядить телефон, но придется подождать. На этом все. Спасибо. До свидания.